И мы хотим, чтобы вы были аккуратнее на дорогах и одели наши очки. Яркие очки каждому водителю, чтобы глядели в оба. Школьники города подключились к акции ГИБДД. Пешеходный переход на улице Промышленности – один из самых аварийных в Самаре. Здесь нет светофора, и водители не всегда соблюдают правила. На этом пешеходном переходе произошло уже 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в результате которых 5 пострадали и один ребенок у нас погиб. К акции «Гляди в оба» ребята готовились заранее, учили правила дорожного движения и теперь хорошо знают, кто должен уступить дорогу. Водители должны сами уступить дорогу, потому что там специальный пешеходный переход и без светофора. И они должны сами им уступать. Водители такой креативный подход оценили. Очки принимали с радостью и обещали пешеходам уступать. Даже знаменитые личности города не остались в стороне. Народный артист России, дирижер Михаил Щербаков не проехал мимо и принял участие в акции. Нашему народу нужно вообще взяться за голову и ездить очень аккуратно, беречь и себя, и своих близких, и тем более детей. Буду носить очки, вот, и всем желаю благополучия. Акцию «Гляди в оба» сотрудники ГИБДД проведут и на других пешеходных переходах города. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.